Солнышко, этот день нужно отметить, но культурно. Вы лучше в Эрмитаж пойдите или в театр. Я не могу ни в ресторан, ни в Эрмитаж. Времени нет. А завтра? И завтра не могу. Почему? Я кооператив тут нашла. Ну и что? Судиться буду. Владимир. Ты откуда приехала? Из пустошки. В Эрмитаж была? Нет. А в Русском музее? Мне с тебя неудобно. Умная девушка. Артисткой хочешь стать. А если тебя на экзамене спросит Лавров, например. Или Стрженчик Владислав Игнатьевич. Мол, где девушка бывали? Что ты ответишь? Нет, только так нельзя. Вы сами-то бывали в Эрмитаже? Ты что ж думаешь, я только в пивную, что ли, хожу? Я сразу после путча все музеи обошел и конспектировал, что видел. Где висит и кто художник. А вы пойдете? Вообще-то я уже все законспектировал. Но если не в кабак какой-нибудь дурацкий, а в культурное место, пойду с удовольствием.